Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Офисный квест. Начнем с первой главы. Это был еще один обычный день в офисе. Ничего особенного. Так, ну что же, ребята, приступим. Мы будем играть с вами вот за этого толстячка, который с какого-то перепуга увлекся вот этим вот красненьким летающим огоньком. Мы будем его преследовать. Ребят, я эту игру проходил уже. Сиди на работе и никуда не вставай, понял? Так, нам надо обмануть эту клушу. Смотри, какой красивый мужик! Где? Оп, и по-быренькому сматываемся. Так, наша цель, я так понимаю, поймать вот этот вот красненький огонек. Опа! И он у нас в кулере. Ну что ж, тут все легко, ребята. Тут мы просто-напросто берем с вами стаканчик. Бери, говорю, стаканчик. И наливаем воду. Так. Опа, опять он от нас улетел. Ясно. Так, здесь у нас босс будет сидеть. Нам нужно, ребята, его как-то перехитрить и пройти мимо. Не забывайте о подсказках. Ну, подсказками я пока не буду пользоваться, так как я ее уже прошел. По крайней мере, две главы я в том году еще, ребята, прошел. Не успел выложить, потому что у меня куда-то там делись эти ролики. И решил специально для вас вот сегодня пройти. Начнем с первой главы, потом вторую и третью. Поделим на три главы. Хотя третью главу, как вы видели, я еще и не проходил, не играл в нее даже. Так что там нам придется с вами покумекать. Ну а пока то, что я знаю, то и будем делать. Нам нужно вот этот вот молоточек, ребята, у него свистнуть. Да-да-да. Эх, недовольный. Что же, он нам просто так его не отдаст. Поэтому нам придется с вами искать замену этому молоточку. А молоточек находится вот в этой игрушке. Давайте вот шваброй долбанем ее. И у нас выпадает игрушечный молоточек. Так, вот теперь мы сможем поменять. Вы спросите, а зачем нам молоток вообще нужен, да? А молоток нам нужен, ребята, для того, чтобы поднять пожарную тревогу. Чтобы босс оттуда вышел. Потому что я мимо не пройду, он меня увидит и начнет очень сильно ругаться. А как мы его обманем, сейчас вы все прекрасно это увидите. Так, идем к пожарной кнопке. Разбиваем стекло. И нажимаем. Сматываемся. Какой злой, недовольный босяра. Я только одного не могу понять. Почему они все в каких-то костюмах? Что я, что босс, что все сотрудники этой компании. Так, все, ребята, он будет сейчас сушиться. Нам надо отсюда по-быстренькому убежать. Так, подожди, почему у меня не идет он, а? Вот, все, пошел. Идем за красным огоньком. Так, если я не ошибаюсь, то здесь нам нужно ехать на лифте. Пешком он, по-моему, не согласится. Типа, я так буду вечность спускаться? Нет, так дело не пойдет. Давай попроще, лифт. Конечно же, лифт. Так. Ну что же, поехали. Да, далеко, как видите, мы не уехали. А все дело в том, что у нас поломался лифт, и нам нужно его починить, ребята. Да, починить. Больше ведь ничего нету? Нет, нету. Ребят, давно проходил, могу тут иногда ошибаться. Будем вспоминать. Здесь, короче, загвоздка в чем? Видите, да? У нас первый идет замочек, потом дождь, луна, девочка и курица. Нам нужно поставить соответствующий, так сказать, предметик к этим вариантам. Первый у нас идет замочек. Так, замочек. Вот здесь нам нужно, ребятушки, оставить, по идее, ключик. Если я ничего не путаю.
Отлично, теперь у нас идет дождик. Для дождика нам надо, ребята, оставить облачко. Для луны. Так, а что у нас для луны, я уже не помню. А, звезда. Все. Для девочки нам нужен мальчик. Вот он, подождите. Отлично, вот так вот. И для курицы яйцо. Все, нормуль, починили. В общем, лифт у нас опять работает, как и прежде. Поехали дальше вниз. Просто сейчас, конечно, мне легко, потому что я ее проходил. А вот когда я делал прохождение этой игры впервой, я там просто оборжался. Забрали мы лампочку. Так, замечательно. Тут у нас кофемашина, в которой есть два варианта. Нужно два чили перца, а в другую нужен карамель и листочек. Так, забираем червячка, который здесь у нас находится. Так, книжка. Книжка здесь показывает, куда будет дуть ветер и насколько сильно. От вентилятора, который находится у нас в правом углу. Так, что-то мы здесь с вами можем сделать, я не помню. По-моему, мы сейчас то ли кружку должны забрать. Так, надо... А, все, ребятушки, по-моему, нам нужно с вами забрать... Так, у морковки мы не можем сейчас забрать ничего. Так, червячка положили. Давай, давай, облизни червячка. Опа! Так, ну, как вы поняли, мы забираем эту карамельку. Это у нас будет первый ингредиент для одного из коктейля. Так, вроде бы все. Я вот помню, что нам нужно будет еще вот эту вот голова страуса с длинной шеей. Так, давайте-ка сюда подойдем, посмотрим. Вот, у нас, видите, тут карамелька и листик нужен. Так, здесь у нас что? Ага, один перчик мы с вами нашли. Больше здесь ничего нету. Я понял, понял. Так, сахар и соль у нас не трогаются. Значит, получается, что нам нужен еще один перец и еще один листик. Так, вот здесь у нас, ребята, идут пятнашки. Нам нужно с вами составить картину. Честно скажу, это очень, очень легко, но для меня сейчас, наверное, это будет трудно. Блин, посмотрите, а. На самом низу оказалось... Так, попробуем вот так вот сделать. Теперь сюда Опа, она что-то не вяжется у нас как-то здесь. Ёлки-палки. Блин, когда-то в детстве я любил играть вот в эти игрушки, пятнашки там всякие. Даже помню, у меня была такая. Так, вот, вроде бы... Так, подожди. Ё-моё, она вниз у нас идет. Как же быть-то? Так, подождите. Что-то я тут опять, по-моему, намудрил. Ай-яй-яй-яй-яй. Как-то... Да чтоб тебя. В принципе, это все легко и просто, ребят, поверьте мне. Просто нужно правильно все разложить. Так, если это вниз, сюда. Какая-то путаница у меня получается вообще. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот. Нет-нет, не то что-то я делаю, по-моему. Все из-за невнимательности, ребят. На самом деле здесь все легко и просто. Просто надо допетрить, куда какую поставить. Ага, вот так. Все, иду сюда. Все, ребятушки, собрали мы с вами картину. Да ну вот вовремя, я вам скажу, а. Ну, так, нет. Объясните, почему. Не хочу я сейчас объяснять, вы просто не вовремя влазите. У меня идет запись игры, как говорится. Так, вот это у нас, ребятушки, пароль. Короче, 5 морковок. 5 морковок. 4 свиньи получается, да? 5 морковок, 4 свиньи. Так, и вот здесь вот надо, ребята, поставить вот этот пароль. Так, давайте еще раз посмотрим. 5 морковок, 4 свиньи, 6 страусиных голов. Я помню, что нужно ввести какую-то комбинацию, но не могу допетрить какую. Так, 6, 5, 4 и 1. Вот такие у нас будут, ребятушки, цифры здесь.
Их нужно в правильной последовательности поставить. Черт, что-то я забыл. Что-то надо же здесь, по-моему, еще сделать. Ладно, давайте мы пока с вами попробуем такую вот комбинацию. Нет, неверно. Так. Что у нас там еще остается? Давайте-ка посмотрим. Так, 1, 6, 4, 5. Ну, давайте так попробуем. 6, 4, 5. Нет, тоже неверно. Так, это уже вторая комбинация у нас прошла. Ну, давайте тогда вот это вот. 4, 6, 4, 6, 1 и 5. Нет, не то. Блин, что-то ведь не того я делаю, ребята. Где-то должна быть подсказка у нас. Хорошо, давайте тогда, наверное, сделаем так. 1, 6, 5, 4. Давайте такую. Это, по-моему, последняя комбинация, которая мне сейчас в голову приходит. Нет, нифигашечки, нифигашечки. Все, больше здесь у нас ничего не выйдет, ребята. Смотрите, у нас же картина. Подожди, в офисе же сидят такие же олухи. Точно. Вот он, заяц, вот морковь, свинья и страус. Так, заяц у нас стоит на первом месте. Это один. Так, морковь 5, 4 свиньи и 6 страусов. В общем, вы поняли, да, как делается? Значит, единичка первая, пятерка у нас идет вторая. Так, вот смотрите. Так, первая, вторая, третья и четвертая. Все, понял, ребятушки. 1, 5, 4, 6. Все, отлично. А вот у нас, ребятушки, и недостающий перчик. Ну что ж, давайте быстрее сюда. Кофемашина, делай мне мой ядерный коктейль. Ну что опять такое, что не делается? Ага, все. Сейчас он сделает, ребята, не волнуйтесь. Это будет ядреный запивон. Ох, какая едкая штука получилась. Так, и насколько я помню, мы должны вот этот напиток кому-то подставить. Так, смотрите, свинья у нас любительница попить кофе. Так, сюда мы не достанем, нам нужна вот эта голова, ребята. Страусинная, так скажем, шея. Ну-ка, попробуем здесь заменить. Опа. Так, свинья у нас любит хапать все. Вот он сейчас выпивает. И, как говорится, бинго, ребята, бинго. Мы забираем вот эту страусинную голову. Так, хорошо. Поднимаем ее. Этой штукой мы с вами будем включать вентилятор. Это я точно помню. Так, давайте-ка глянем. У нас идет первая скорость включения на страуса. Так, вторая, короче, до морковки. И самая последняя до главарши. То есть три положения всего лишь. Ясно. Так. Вот у нас первое положение. Потом второе. Ну и третье — это самое максимальное. Оно выключается потом. Так, что-то нужно сейчас еще сделать. Я вот не помню, что, ребята. Нам нужен теперь вот этот вот листочек у морковки забрать. Я вот не помню, то ли мы должны головой перекусить страусиной, в плане того, что... Или где-то что-то подменить. Черт подери. Да, давненько это было. Я говорю, мы с вами на третьей части по ходу дела так зависнем. Но довольно прикольно будет в первый раз. Мне будет очень интересно. Так, все, ребят, я вспомнил. Нам нужна муха. Ловим ее. Опа, поймали. Так, а муха нам нужна, знаете, для чего? Чтобы мы по ветру, вот по ветру от вентиляции, запустили ее в стакан. По-моему, так. Да, в стакан у главарши. Она должна туда упасть. Только вот как ее выпустить, что-то я не помню. Она так у меня не полетит. Ага, вот. Вот, ребята. Слушай, а что мне это даст? Ну, лампочку мы сейчас сюда воткнем, это понятно. У нас будет здесь свет. Немножко током ударило, но ничего страшного.
Так, ну что, мы включили свет. И что нам это дает? Я не понял, свет-то здесь при чем? Муха, почему ты не влетаешь? Ты должна лететь, я же точно помню. Так, смотрите, она не нажимается здесь. Блин, что же нужно сделать-то, а? Я забыл, ребята, забыл, но вспоминаю потихоньку. Так, для чего мы с вами включали здесь лампочку? Тоже неспроста, согласитесь. Так, ну-ка, может быть, мы здесь сможем что-нибудь забрать. Так, чашку забрали и тут же вернули. То есть эффекта никакого нету. Муху мы туда, естественно, тоже не положили. И она себе приспокойненько дальше попивает свой напиток. Рейтинги у нашей компании, как вы видите, идут плохо. Нам нужно будет как-то все это изменить. Черт, ребят, я не помню, вы представляете, как мне кинуть муху в чашку этой барышни. Так, здесь ничего, здесь тоже ничего. Выйти мы отсюда никуда не сможем. Вся загвоздка где-то здесь. Муха, ну, так... Ах, вот для чего, ребята, мы с вами включали лампочку, да-да-да. Муха же на свет у нас летит. Так, давай-давай-давай-давай, в чашку Бульк. А, нет, смотрите-ка, она... Оу. Вот она даже что делает. Да-да-да, ребята, вот таким макаром мы с вами получаем листочек. Что-то я совсем забыл. Я думал, что она должна в чашку упасть. Нет, она отстрелила у морковки, так скажем, этот стебелек, листочек. Он нам нужен для второго напитка. Давайте забираем. И идем обратно к кофемашине. Сейчас мы сделаем последнее пойло, которое нам нужно. Так, давай, давай, иди сюда. Подходи, говорю тебе, олух. Делай напиток. Сейчас он сюда засунет карамельку эту, да? Листик. Интересно, что же это за пойло у нас такое получится? Замечательно. Так, ну что, идем теперь и подмешиваем, точнее не подмешиваем, а меняем местами стаканы у главарши. Ананас. У ананасихи. Давай, все, попила, молодец. Меняем. Так, какой-то любовный приворот у нас здесь. Вау, прозрела барышня. Опа, все, кролик, ты попал. Ну что, пойдемте тогда отсюда. Что такое? Почему ты не работаешь? Ага, ребята. Видите, да? У нас рейтинг здесь плохой, показан. И она заставляет нас работать. Мне нужна ручка, чтобы этот плакатик перерисовать. Так, как же там сделать-то нужно, а? Как мне у этого олуха забрать ручку? Я не помню, ребята, честно говоря. Так, здесь мы ничего не поднимаем. Чашка не действует. Так, подожди, у нас есть вентилятор еще. Муха до сих пор летает. Нам нужно что-то с ней сделать. Давайте в первое положение. Что будет у нас? Ага, здесь ничего не прокатывает. Ладно, тогда на второе положение. Это она должна до морковки долететь, по идее. Так, 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 так. Ага. Оу, ручку потерял. Все, ребята, отлично. Вот что надо было сделать. Муха, как говорится, свое дело сделала. Поднимаем ручку. Давай, давай, лови. Теперь нам нужно просто-напросто свистнуть плакат. Вот так вот. Все, отлично. И у них тут вечеринка. Ну, посмотрели, а теперь можно отсюда и сваливать, ребята. Да-да-да, уходим себе спокойненько. Ну что же, дорогие мои друзья, наверное, мы будем с вами на этом завершать, потому что вот именно отсюда начинается у нас вторая глава. Тоже довольно прикольная. Так. Ну, что ты не стучишь? Постучи им.
Туалетная бумага нужна. О, вспомнил я, ребята, с этой туалетной бумагой. Нужно будет ее найти, потом отдать. В общем, здесь мы еще попаримся. Так, ну что, можно, в принципе, мельком просто глянуть здесь, что у нас. Так, огонек у нас сейчас улетит. Ага, все правильно. Ну, а я на этой ноте буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим проходить этот квест. Ну что же, все, всем пока. До скорого, ребята.